Ассаламу алейкум. Приветствую гостей, зрителей моего канала. Вот к нам приехал в гости наш худой, маленький, незаметный человек. Вот он, Мухаммад Ибрагимов. Ура, ура, ура! Решили... Ассаламу алейкум. Решили вот покушать. В кафе сидим. Как называется кафе? Гастовдоры. Гастовдоры, короче, ему 130 лет. Точнее, скажу, решили кишкоблудничать. Я цивильно все делал. В 3 километрах от Тали, где родился. Да, короче, в этом кафе жрал Шварценеггер. Да, именно с этой вилкой. Вот этой вилкой ел. Это Мурат. Мурат, скажи пару слов. Ассаламу алейкум, местный джамаат. Да навляет мне этот ролик. Кину. А этот двоюродный брат Арнольда. А я, вот. В диету видали его? Рис и рыба. Да. Не показывай мой секрет. Не все до протеина строится, да? Полметровую рыбу ест. Да. Он на диете у нас. А вообще, очень вкусно. Кормят там в ресторане. Покушай курицу. Это какой-то мутант, слушай. Это вау. Ну вот, минуточку перестаньте, что вы проголодались, что ли? Да, скажите пару слов хоть. Кому? Маги хоть скажи ты. Welcome. О, не говорите, что из Чечни приезжают некультурные люди. Погнали. Короче, что? Живем в центре Европы. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать. Да, тут Венеция рядом, кому на море. Тут рядом Милан, кому по магазинам. Тут все рядом, короче. Заправь Мурада, и он вас отвезет куда хочешь. Однозначно. Да. Реклама заодно, да? Реклама. Мурат групп. 2 человека до Хасавюрте. Да, походу, твой бак не будет вставать. Так что приезжайте в Австрию. Мурат вас встретит, отвезет вас. Вы одни приезжаете, одни, и он один приедет, да? С братвой. С братвой, да. Отвезет вас в Италию, на море, в Венецию. Короче, скучно не будет, да, Мурат? Да, скучно не будет. Будет нормально. Вау. Нам не забудете, да? Короче, всем спасибо. Ему тоже, наверное. Что он рыбу ест, что ли? Он помогает избавиться от рыбы. Ну все. Всем пока. Ассаламу алейкум.